Субъектом распределенного суда Дмитрия Сергеевна с участием представителя Дмитрия, обвиняемый Матвеева, обладатель Писарова, родственников пострадавших Матвеева Андреева Остапова, заместитель начальника Киреева, рассмотрев исполнение, заместитель начальника отдела по расследованию дела правительства России по Саратовской области Киреева, об избрании меры пресечения в виде заключения по стражу Матулина Амира Ринатовича 5 мая 2005 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотрено частью 5 статьи 264 Уголовного кодекса, постановил избрать обвиняемого Матулина Амира Ринатовича 5 мая 2005 года рождения, уроженца города Саратова, меру пресечения в виде заключения по стражу на 1 месяц 29 суток, то есть до 22 сентября 2024 года, с содержанием ФГУ СИЗО 1 УФСИН России в Саратовской области. Настоящее постановление может быть обжаловано в Саратовский областной суд в течение 3 суток с дня вынесения. Судья Тихонова, судебное заседание закончено. Мер пресечения, избранных судом, мы не согласны, я не буду подзащитным, считаем ее слишком суровой, не соответствующей категории преступлений, в котором мы обвиняемся. Поэтому данное решение нами будет обжаловано в течение 3 суток в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Полагаем, ему возможно избрание иной, более мягкой меры пресечения. А вот позиция самого вашего подзащитного, она какая? Он признает вину? Вину мы полностью признаем, приносим извинения. И еще раз хочу извиниться за него, принести соболезнования всем потерпевшим. Мы это делаем, пытаемся возместить, хотя, наверное, это невозможно, возместить моральный вред за данную катастрофу, но мы приносим, пытаемся сделать все от нас зависящее, поэтому вину мой подзащитный признает, что было установлено в ходе судебного заседания по мере пресечения. Поэтому полагаю, что неадекватная мера пресечения настоящего. Сегодня было в судебном заседании участвовала потерпевшая, представители пострадавшего, в результате ДТП, которые настаивали на избрании более мягкой меры пресечения, поскольку они приняли наши извинения. Сами понимают, что это молодой человек, которому жизнь портить. Ну, им уже испорчена жизнь, и портить жизнь еще одному молодому человеку, который только фактически начал жить 19 лет, нецелесообразно, поэтому они просили суд также избрать более мягкую меру пресечения.